В законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное 70-е заседание. Главным вопросом стало определение части нового состава Общественной палаты. По итогам голосования парламентариев было определено 14 участников новой Общественной палаты. Общественная палата играет большую роль в политической и социальной жизни региона. Традиционно в состав палаты входит 60 активистов из региона. В этом году в области сформируют Общественную палату 8-го созыва. 20 человек предложит губернатор Ульяновской области, третью часть – депутаты ЗСО. Оставшихся определят вновь избранные члены Общественной палаты. В этом году 48 ульяновцев подали заявление в областной парламент на включение в состав региональной Общественной палаты. Каждая фракция определила свою двадцатку самых достойных. Критерии у нас, когда мы отбирали двадцатку вот из 48, они были прежде всего, мы смотрели опыт в сфере работы, от которого направляются кандидаты. Экологический или опыт, ЖКХ опыт, соответственно, правоохранительный орган, предпринимательский и так далее. Мы смотрели на большой опыт. Если опыта нет и люди молодые, но хотели бы попробовать, то при всем уважении мы свое предпочтение таким людям пока отдать не можем. При оценке кандидатов для фракции КПРФ опыт работы претендентов на членство в Общественной палате оказался определяющим фактором. Важным моментом стало то, как кандидат успел проявить себя в общественной работе, какую помощь уже оказал населению. Естественно, депутаты нашей фракции, имея опыт общения с различными организациями, так или иначе информированы о том, в каких вопросах, где были защищены права жителей нашего региона. Подробно изучили все кандидатуры, подробно изучили биографию и остановились на конкретных кандидатурах. Народные избранники голосовали пофамильно по каждому из 48 кандидатов. В итоге большинством голосов выбрали 14 членов новой Общественной палаты. Среди них представители разных профессий. К примеру, нотариус Венеря Браташова, айтишник Николай Фитюхин, председатель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Олег Шагирданов. Другим претендентам не удалось набрать больше 18 из 36 депутатских голосов. Таким образом, имена еще 26 членов палаты определят ее новые участники. Новый 8-й созыв приступит к работе в июне. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.